15 минут. Там не 15 минут это было. Но он никак не мог название прочитать, Саша. Минимум полчаса. Да? Конечно. Ну ладно, большое. Мы больше у компьютера сидели, доделали эти ролики очень долго. Сейчас посмотрим. Что? Посмотрю по температуре, сколько, минус один. Уже не очень хорошо. Это бы, например, нулевой. Посмотрю, может, я сегодня и не буду. Да завтра. Не надо. Завтра еще, может быть, тепло будет. Да ладно, если что, потом 200. Там 50 рублей потрачу, съезжу, мне его помоют как следует. Так, как этого дяденька? Ну, ты пока едь. Как дяденька? Дяденька слышит, дяденька видит. Сторонку отойдем. А тот поехал прямо. Поэтому я все говорю, тут надо очень быстренько смотреть. Приглядись сначала, чтобы было уже 100%. Слева машина и справа. Показывай поворот заранее. Ну да, уже заранее.